Владивосток вслед за статусом столицы Дальнего Востока наконец может стать и столицей Приморья. Прежде краевой центр носил этот статус неофициально. Вопрос прошел через Думу города и получил единогласное одобрение депутатов на внеочередном заседании в четверг, 14 ноября. Инициатором законопроекта стал председатель Думы Владивостока Андрей Брик. Статус города Владивостока как административного центра Приморского края устанавливается законом Приморского края. Вместе с тем, до настоящего времени соответствующий закон Приморского края не принят, несмотря на то обстоятельство, что город Владивосток официально является центром Дальневосточного федерального округа. Напомним, вопрос о придании Владивостоку официального статуса краевого административного центра поднимался в повестке законодательных органов периодически, начиная с 2005 года. Сложилась парадоксальная ситуация. Город стал столицей Дальнего Востока раньше, чем был признан столицей Приморья. Город Владивосток сегодня принял решение о том, чтобы мы вышли на принятое решение о статусе города Владивостока, и эти документы будут рассмотрены на ближайшем заседании законодательного собрания согласно уставу. По мнению депутатов, официальное закрепление столичного статуса повлечет за собой приток инвестиций и бюджетных ассигнований. Как считают народные избранники, закон о краевой столице подразумевает возможность финансирования Владивостока на поддержание международного статуса, на инфраструктурные вопросы, на подготовку к Восточному экономическому форуму. Отметим, в голосовании на принятие закона о статусе Приморской столицы снова не участвовали депутаты от КПРФ. На протяжении нескольких недель коммунисты бойкотируют заседание из-за того, что Сергей Кущенко не включают в состав социального комитета. Там уже работает два коммуниста. Но голосов за принятие хватило. Кто за это предложение? Прошу проголосовать. Кто за? Прошу опустить руки. Депутаты Думы Владивостока полагают, что краевое законодательное собрание поддержит их стремление официально закрепить за Владивостоком статус столицы края. Проект уже получил положительное заключение губернатора Приморья и будет рассмотрен на очередном заседании законодательного собрания. Светлана Садовая, Андрей Толстихин. Новости на Восьмом.